Благодарим вас всех за то, что нашли время прийти на наше мероприятие. Благодарим, естественно, магазин Достоевский, который предоставил нам вот эту прекрасную возможность обсудить вот эту тему, вспомнить замечательного человека, о ком мы будем сегодня говорить. Я хотел бы от души поблагодарить организаторов этой встречи за то, что в этот сложный для нашей страны период они смогли найти возможность провести такую встречу о удивительном человеке. Я долгие годы работал в Министерстве иностранных дел. Я вам должен сказать о том, что не каждый дипломат знает имя Николая Павловича Игнатьева. В Болгарии он более известен даже, чем у нас в России. И этот нонсенс исторический, он объясняется многими причинами. Но я должен сказать, что имя его в ряду самых выдающихся дипломатов всех стран и народов. Нет, пожалуй, другого дипломата в нашей истории, чей памятник был бы в другой стране. Памятник Николая Павловича Игнатьева находится в Варне и установлен он был в 1910 году. Выражение огромной признательности граждан этого города, жителей города, за то, что город Варна и вся эта территория оказалась в составе болгарского государства. В этих условиях Николай Павлович добивается того, что он становится посредником в переговорах между воюющими сторонами. Лорд Элджин, который возглавлял английскую экспедицию, признался ему, вот надо добиться такого доверительного отношения всегдашнего соперника России, как Англия, вот его представителя, добиться признания того, что он совершенно откровенно рассказал, какие цели преследует английская экспедиция, которую поддерживает и французская сторона. Это уничтожение Пекина, захват и уничтожение запретного города, это жемчужина всей культуры китайской, перенесение столицы на территорию побережья, скажем, в Нанкин, создание там марионеточного правительства и с помощью двух армат управлять Китаем, провинции которого будут постоянно вести между собой войну. Убеждает Николай Павлович руководителей обеих экспедиционных армий, и они не разрушают ни Пекина, не разрушают ни запретный город, они соглашаются сесть за стол переговоров. Ему удается убедить необходимость включения не только в эти пункты договора признания Тяньцзинского и Айгуньского договоров, но и признания навечно за Россией территории, на которых сегодня находится Амурская область, на которой находится Приморский край, Хабаровский край. И это было, конечно, колоссальное достижение молодого дипломата. 14 ноября 1860 года был подписан этот договор. И этот договор, конечно же, является прообразом тех стратегических отношений между нашими странами, которые установились сегодня между нашими государствами. Тысячи жителей перевести на территорию Греции, спасая их от турецкого Итагана. Когда в 1876 году турецкая военщина вместе с башибузуками залила кровью восставшую Болгарию, то Николаю Павловичу удается убедить и свое руководство, и своих каунтепатов, как это принято в дипломатии называть, послов других держав великих, которые в это время были в Константинополе, о необходимости проведения конференции. И к этой конференции было подготовлено
соглашение, которое необходимо было подписать турецкой администрации о том, что Болгария получает автономию. Николай Павлович был отстранен от государственной деятельности и посвятил свою деятельность тому, что сегодня называется народная дипломатия. Он был избран председателем Славянского благотворительного комитета. Во-первых, накануне нашего праздника участие России в освобождении Болгарии. И, конечно, хочу сказать, что вне зависимости от сегодняшней турбулентности, которая происходит в мире, да, память болгар об освобождении русско-турецкой войны, она останется навсегда. И от имени нашей ассоциации, от имени всех болгар, которые проживают в России, и, конечно, от всей Болгарии, я позволю себе вот эту немножко такую ответственность. Хочу пожелать всем россиянам удачи и всего наилучшего, здоровья, и чтобы в дальнейшем наша дружба как бы сохранялась, развивалась. Праздник завтрашний, он только не болгарский праздник, он наш общий праздник. Общий праздник, поэтому завтра у нас запланировано несколько мероприятий у памятника Героя Плевны. В 14 часов мы будем возлагать венок, дан признательности героям, которые отдали жизнь за освобождение Болгарии. Ну а вечером в центре промышленности тоже будет фуршет, который болгарская общественность вместе с российскими друзьями будем отмечать. Это было первое его дипломатическое назначение в 1779 году. Надо сказать, что конец 70-х годов 19 века был сложным временем. Действовала террористическая организация «Народная воля», происходили покушения на императора. И в апреле 79-го года был опубликован указ Сенату о назначении временных генерал-губернаторов с широкими полномочиями в Петербурге, Харькове, Одессе. На ходе Нижегородской ярмарки, в частности, могли сказаться любые случайные обстоятельства, слухи, пожары, обычно сопутствующие политическим кризисам и терроризму. И именно для охраны спокойствия кармана России, как называли ярмарку, и была учреждена должность временного нижегородского генерал-губернатора, которым в течение ярмарок 79 и 80 годов стал Николай Павлович. Игнатьев значительно улучшил систему охраны ярмарки, ее пожарную безопасность и санитарное состояние. И это стало результатом его как настойчивости, так и выдающихся организаторских и дипломатических способностей. Николай Павлович Игнатьев – это все-таки еще и своего рода ангел-хранитель Болгарии и болгарского народа, потому что свою заботу о болгарах он начал с того, что при заключении Парижского трактата и последующем проведении новой границы, и тогда Россия должна была отдать Молдавскому княжеству, вассалу Османской империи, южную часть Бессарабии, Игнатьев настоял на том, чтобы болгарские поселения, болгарские колонии, Болград, Камрад и другие вот в южной части Бессарабии остались именно в составе России, чтобы они не ушли к Молдавскому княжеству, а через это княжество, естественно, к туркам. Вот поэтому... Именно вот Молдавское княжество, и это был вассал именно султана в тот момент. Значит, это первое. Второе, Николай Павлович – это человек, который ради Болгарии пожертвовал своей дипломатической карьерой. Потому что он, конечно, шел на очень большой риск. При том, что еще в 1876 году в Рейхштадте встречались два императора – Александр II и Франц Иосиф I, австрийский император. И была достигнута договоренность двух императоров, согласно которой Россия не должна была в том числе создавать большого славянского государства на Балканах. И это было условие, при котором Австрия, или Австро-Венгрия уже к тому времени, соглашалась развязать
России руки вот, в будущей войне с Оттаманской портой, с Турцией. И уже на этапе мирного урегулирования Николай Павлович предпринял отчаянную попытку все-таки создать большое болгарское государство на Балканах. И, в общем, он за это поплатился, потому что не только, так сказать, наши внешние недруги, но и немалое количество врагов внутри правительства. Да? Горчаков очень ревниво относился к Игнатьеву, когда еще тот был посланником в Константинополе и приезжал по делам в Петербург. Горчаков на него косо смотрел и спрашивал: «Вы приехали занять мое место?» Вот. А здесь Александр Михайлович, несмотря же на то, что это был уже, в общем, дряхлый больной старик, он сумел отыграться, и поэтому дипломатическая карьера Игнатьева на этом закончилась. Вот. Но еще, конечно, да, но тем не менее, вот по прошествии стольких лет так радостно сознавать, что вот тот дипломатический подвиг, который совершил Игнатьев в ту пору, что он остался в памяти нашего братского болгарского народа, что, в общем, потомки чтут это имя человека, который столько сделал для справедливого решения балканского вопроса, для создания новых независимых славянских государств на Балканах, что, в общем, безусловно, сегодня очень радостный вечер, завтра тоже радостный день, и так все дивно совпало в этом году, и 190-летие графа Николая Павловича Игнатьева, и вот очередная годовщина освобождения Болгарии от Османского юга. Да, ну и, конечно, Николай Павлович – это славянофил-практик. Вот мы как-то всегда привыкли к тому, что славянофилы – это теоретики, это философы, мыслители, утописты в своих суждениях. Да? Николай Павлович Игнатьев был очень последователен. Если Константин Сергеевич Аксаков и некоторые другие славянофилы только лишь мечтали о возрождении в России Земского собора, как такого народно-сословного представительства, то Николай Павлович подошел к этому как никогда близко в 1882 году. И подумать только, в царствовании Александра III, который вот совсем недавно прикончил так называемую конституцию Лорис Меликова, но Михаил Тарелович Лорис Меликов, лишившись поста министра внутренних дел, и уже Игнатьев его заменил, Лорис говорил, уезжая из Петербурга: «Помяните мое слово, Игнатьев пойдет дальше меня». И действительно, замысел, Игнатьевский замысел созыва Земского собора, вот, ну, не идет ни в какое сравнение, потому что Лорис Меликовский проект – это просто детский лепет. По сравнению вот, с планами Николая Павловича, потому что у Лорис Меликова не было и тени никакой конституции, там была всего лишь общая комиссия, состоящая, ну, и то в проекте, да, состоящая из назначенных чиновников и избранных депутатов от земств и городских дум крупных городов. Вот, Игнатьев предложил полномасштабный замысел, да, мы соберем, ну, где-то 3-3,5 тысячи депутатов, соборных чинов, из них 2 тысячи будут представлять крестьян, вот, ну, а также представительства от городов, от дворян и так далее, то есть вот такой народный форум, да, который будет, созыв которого будет знаменовать собой избавление России от новой смуты, вот, увенчанной этим ужасным цареубийством и прочее. И был момент, когда Александр III пошел на поводу у Игнатьева, и если бы не титанические усилия Победоносцева... Но он же его и рекомендовал, Победоносцев. Да, Победоносцев годом ранее, собственно говоря, на место Лориса двинул Игнатьева. Вот, был такой момент, но здесь Константин Петрович увидел, как его протеже легко вышел из повиновения и пытался двинуться не туда, куда хотелось бы Константину Петровичу, и Победоносцев вместе с Катковым, конечно,
предприняли титанические усилия, чтобы Игнатьева остановить и похоронить этот проект, который они считали приведет к хаосу, и победоносцев пугало Александра III, что народовольцы одержат победу на выборах на земские соборы. Что нам тогда делать? Ходков уверял, что никакого земского собора в помине в истории России не было, что это просто фантазии. Ну, Ходков, он по природе своей западник уже и был не одно десятилетие. Вот. И но тем не менее, этот проект чрезвычайно знаменательный, и эта страница, увы, очень мало и недостаточно изучена на сегодняшний день. И это тоже выдающаяся заслуга нашего юбиляра. И вот когда смотришь и на сегодняшний юбилей, и вот вспоминаешь Николая Павловича, понимаешь, Господи, насколько же богато и прекрасно, и насколько славная наша русская история. Когда вот мы берем наших деятелей прошлого, государственных деятелей, дипломатов, полководцев, и нам всегда есть о ком сказать доброе слово и кого прославить, притом весьма заслуженно. Я хотя по образованию и учитель, и юрист, но очень увлечен историей. И послушав выступающих, у меня лично в голове сложилось несколько иное представление о том периоде. Например, если памятник Игнатьеву стоит в Болгарии, а в Москве памятников на побережье практически. А в Москве памятников нет, но в Москве, наверное, осталась память в Нижнем Новгороде. Потому что, когда рассказывали о его деятельности за 2 года в Нижегородской выставке, у меня в голове сложилось, что именно в этот момент, я просто дополняю выступление, в Нижнем Новгороде придумали такое интересное техническое решение, как форточка, которая повлияла на санитарную обстановку города. И это сделал именно Игнатьев, земляным человек, который и достиг выдающихся заслуг и на дипломатической службе, и даже поработав 2 года губернатором, его туда сослали. Да? Он заложил основы Нижегородской ярмарки, которая в 1898 году по объему заключенных контрактов через 20 лет, а эта основа была заложена именно при нем, стала самой крупной ярмаркой в мире, опередив парижскую выставку. Я представляю Императорское русское историческое общество, вот, и как раз член комиссии по юбилеям общества русско-болгарской дружбы. И благодаря вот Анатолию Викторовичу я вошел как раз вот в эту международную комиссию, или как называется она? Международное совещание, инициатива, да, по празднованию юбилея. Поэтому я вот, ну, очень, конечно, так тезисно, да, по пунктам, которые сегодня были. Но прежде всего я хочу сказать, что Игнатьев, будучи и военным деятелем, и государственным дипломатом, он, конечно, в разных областях себя проявил, и сегодня были замечательные выступления. Я это могу тоже как профессионал, как историк засвидетельствовать. Вот. Но 2 слова я скажу все-таки о его славянской и славянофильской деятельности. Дело в том, что я ученый-секретарь Всеславянского союза, большой международной организации, в течение 15 лет занимался вот научно-исследовательской деятельностью. И мы провели большой Всеславянский съезд, памяти Всеславянского съезда 867 года. Так вот это направление, это был монархический съезд, у нас не исследовано. А как раз Игнатьев был одним из практиков реализации вот этого панславянского проекта, я подчеркиваю, панславянского, а не славянофильского, как раз и на Балканах. Дорогие друзья, почему? Потому что вот это возвращение памяти графа Николая Павловича Игнатьева на родину началось для меня лично несколько лет назад, и очень плотно я занялась этой темой в 2019 году. Так получилось, что я живу, то есть я гражданин России, живу и в Германии, и в России, родилась я на Дальнем Востоке. И во Франкфурте на Майне, как Анатолий Викторович уже упомянул, существует такой храм, русский храм святителя Николая Чудотворца, настоятелем которого является граф Николай Павлович, граф
Дмитрий Игнатьев, Дмитрий Леонидович Игнатьев, старейший священник Русской Православной Зарубежной Церкви. Действительно, ему только что исполнилось 80 лет. И когда я начала писать историю нашего храма, я погрузилась, соответственно, и в историю семьи Игнатьевых. И мне стало просто до боли сердечной, обидно, и меня очень зацепила эта тема, опять же, потому что я родилась, наверное, на Дальнем Востоке, наверное, это тоже сыграло свою роль. Почему же на родине совершенно практически, кроме специалистов, конечно, кроме дипломатов, историков, но, как вы понимаете, это абсолютно маленькое такое число людей, всем остальным абсолютно неизвестно имя этого великого, действительно великого человека, беспрецедентно его, на мой взгляд, его практически не с кем сравнивать. И из этого родилась идея фильма, к тому же отец Дмитрий, граф Игнатьев, будучи правнуком, и хранителем, в общем-то, семейной традиции, наследия. В его семье хранилась все эти годы личная печать его прадеда, граф Николая Павловича Игнатьева, которого очень долгие годы, десятилетия пытались заполучить именно наши болгарские друзья. Причем к нему приезжали во Франкфурт с просьбами, с увещеваниями и так далее. Это было еще и в советские времена. Отец Дмитрий не хотел отдавать эту печать долгие годы. И вот в 2019 году он созрел передать Военно-историческому музею Софии эту печать, и это стало толчком для съемок. Первые съемки у нас как раз таки были именно в Болгарии, и наша съемочная группа, ну, которая, собственно, состояла из двух человек, из оператора и меня, потому что сразу хочу сказать, друзья мои, потому что фильм создавался полностью на пожертвование, на частное пожертвование, полностью. Именно поэтому я уже сказала нашему уважаемому депутату о том, что помощь потребуется, и помощь требуется на протяжении всех этих 4 лет, и так долго это длится, именно потому что собираем буквально по копейке. В основном это прихожане, пожертвования прихожан храма святителя Николая во Франкфурте на Майне, для которых эта история стала в том числе и личной историей. Ну и, конечно, есть благотворители в России, не так много, как хотелось бы. Очень много обещали, очень много как бы, да, приветствовали, но в итоге получилось так, что в основном на личные средства. Так вот, наша съемочная группа была единственной, которая присутствовала при этом историческом действительно событии, передаче личной печати графа Николая Павловича Игнатьева нашим болгарским друзьям, Военно-историческому музею Софии. И это, эти кадры вошли, конечно же, в фильм. И это и сопровождены, разумеется, комментарием о том, что это еще одно напоминание о той действительно потрясающей роли и основополагающей роли, которую сыграла Россия в том, что на карте Европы появилось свободное государство Болгария. К сожалению, сейчас непростые, конечно, времена. И даже вот этот дар отца Дмитрия, когда в сентябре 2021 года мы представляли наш фильм в Софии благодаря Фонду устойчивого развития Болгарии, я сердечно благодарю госпожу Станку Шопову, которая пригласила и организовала эти показы, с большим успехом, кстати, прошли показы и в Софии, и в Варне. И мы сделали такую некую ревизию, можно сказать, да, в Болгарии, что касается даров семьи графа Игнатьева. И просто со слезами на глазах, в прямом смысле этого слова, поскольку я присутствовала при моменте передачи, это есть кадры, как дрожали руки отца Дмитрия, когда он передавал эту печать, и как это важно было для него, и я знаю, что много было противодействия. А сейчас эта печать не выставлена, понимаете, ее нет. То есть человек не может прийти в музей и увидеть эту печать, снабженную. И, конечно, госпожа Станка Шопова, Фонд устойчивого развития Болгарии, этим занимается. И наш фильм стал одним из таких, знаете, толчков к тому, чтобы вернуть, напомнить, скажем так, о вот этой основополагающей действительно роли России, ну и лично, конечно, графа Николая Павловича Игнатьева. Таким образом, началась вот эта информационная волна, и появилась идея создания первого памятника в России, в селе Игнатьево, которое находится, единственное село, названное именем графа Николая Павловича Игнатьева еще при его жизни, по инициативе графа Муравьева-Амурского, село Игнатьево Амурской области.
Украины. На Дальнем Востоке сейчас понемножечку началось вот это движение, и 29 января, в день рождения графа Николая Павловича Игнатьева, большой праздник прошел в селе Игнатьево, ну они там вообще молодцы такие. И наконец-то во Владивостоке зашевелились, и у меня сейчас уже появилась поддержка. Получилось так, что как-то сошлись все нити, поддержка из Владивостока, из администрации Владивостока. Я надеюсь, что у этого будущее есть, потому что в планах присвоения набережной имени графа Игнатьева, присоединения кораблю. Вот сейчас я веду переговоры, переписку с Министерством науки и образования о том, чтобы научное судно было названо именем Игнатьева. Паром они хотят назвать во Владивостоке. Ну, то есть это пока инициатива, но надеюсь, что это свершится. И я действительно счастлива тем, что фильм не вышел, а, в общем-то, дело уже понемножку двигается. Да, еще одно очень-очень важный момент. Аэропорт Игнатьева, обратите, пожалуйста, на это внимание. Благовещенский, единственный аэропорт, крупнейший аэропорт международный, называется Игнатьево по названию села. Да? Но когда пошла вот эта инициатива переименования аэропортов и было голосование, случился такой оксюморон. Теперь аэропорт Игнатьева имени графа Муравьева-Амурского. Ну согласитесь, это нонсенс. То есть они этим все-таки связаны. Да, они связаны, но именно тогда нужно хотя бы баннеры повесить о том, что это аэропорт двух, имени двух людей. Об этом в фильме тоже говорится. Но тем не менее, может быть, мы внесем, если это возможно, конечно, в вот протокол сегодняшней встречи, чтобы это уже было завизировано, обращение в Министерство образования в том числе, да, чтобы они рассмотрели возможность, может быть, использования укороченной версии фильма для детей, именно для показа, потому что об этом говорят везде, повсюду. Да. Меня, правда, были такие упреки уже о том, что фильм получился слишком пафосным и слишком патриотичным. На что я, честно говоря, ответила, что я не ставила такой цели, это просто личность такая, это просто такая фигура, и вообще такой род, так получилось, они такие, действительно. И видимо, он не мог такой... по-другому получиться, да? Да, да, видимо, да. От всей души благодарю вас за то, что вы нашли время прийти. Всех выступающих еще раз тоже поблагодарить за вот это очень интересное, очень ценное, очень нужное, необходимое вот в наше, так сказать, непростое время доклады, сообщения. Хочу вам пожелать здоровья, ну и мирного неба, наверное, над головой. Спасибо вам большое. Спасибо.